Всем привет, с вами Дарка, это продолжение Dark Souls 3. Так, у нас на повестке босс локации Тлеющее озеро. Я со своими верными сподвижниками. С ним делать. Так, иди от меня. Пиром. Тоже пиромат. Ты там смотри. Лечитесь, парни, лечитесь. Так, цорига, не трожь. Я надо полечить их. Ни хрена, полечился. Ладно. Я, цорига убили. Вот это расклад. Давай тут кукурузник. Бля, он его убил. Хрена себе, он и меня сейчас убьет. Оставатель. О май. Сподвижники убиты. Это сволочь просто. Просто сволочь. Чё-то я даже молнию не применил. Либо эту применить хотя бы. Так, ладно. Нифига ты ждешь, парниша. Огнемет, пулемет. Чтоб тебя, блядь. Так, мне надо бы полечиться, чувачила. Так, отлично. У-у-у. Блин, надо было кольцо взять. Так. Ни хрена себе ты взорвался.
что, умер? Вот тебе за Цорига, вот тебе за Купуруку. Душа старого короля Зима. Блин, ну я не знал, что фантомов разнесут просто в щепки. Ну ладно. Я с ними. Я живой, и это хорошо. Душа старого короля демонов. Душа старого короля демонов — одна из душ, переполненных мощью. Старый король демонов настолько дряхлый, что напоминает груду пепла. Тем не менее, это последний живущий свидетель хаоса Изолита. Да уж. Итак, двигаемся дальше по единственному возможному пути. Из Эритила куда-то в подземный город. О том городе нам рассказал наш дружбан из Катарины. Судя по всему, с этого места мы и двинем. Так, костер зажжен. Что за непроглядная тьма? Старые знакомые. Хитрожопые сволочи. Знаменосец. Это бес. Фак. Не дают пройти в библиотеку, блин. Да чтоб тебя, блин. Дерьмо-то. Чтоб тебя. Отморозок, негодяй. Так, квелый пришел. Я. Это пироманская сволочь еще, блин. Нормально встретили. Да я до тебя дойду, блин. Стоит там издалека, дамажит. Да чтоб тебя! Квелый мешается. Прошлая серия прошла на расслабоне с фантомчиками, блин. А тут уныние. Сколько у вас тут, интересно? Раз, два. Да чтоб вас!
Ну ладно. Чего у нас тут такое вообще? Куча, наверное, каких-нибудь иллюзий, блин. Черт, а там что-то хорошее, как обычно, лежит. Фу. Золотые монеты эти никчемные. Ветер шумит. Фак. Темный дух Альва. Альварес. Ну давай, Альварес. А чтоб тебя! Ты... Уевшую морду. Блять. Что такое за дорога? Подозрительно. Можно ли туда спрыгнуть? Непонятно. Так, ну практически без потерь. Забываю глубинную эту защиту включать. Подземелье ретило. Ну, название не предвещает, не предвещает ничего. С этой стороны не открыть. В общем-то, пройти так опять там 5 километров кругалям. Открыть шоткат. Кто же здесь живет-то? Сейчас тут как паук накинется огромный, нет? Живет тут. Вот это да. Что за скример-то вообще? Невидимый что ли? Мое, я давно в хорроры не играл. Очково это все. Фак, а это кто там бродит? Сейчас опять. Фак. Ну и местечко у вас тут зловещее. Чувствую, похоронят меня тут. Не зря тут костер. Похоронят и не найдут. Заперто. Блин, очень что-то напоминает мне это дело. Фак. Это типа проклятие, что ли?
Ядрит Мадрид стоит какой-то. Так, дерни за веревочку. Бать, вот здесь страшно-то стало, а? Твою мать! И шаг! Идите вы в пентик все. Они не умирают, что ли? Блядь. Вот дерьмище. На тебе, Сань. Эти не умирают. Ну все, пока это херодотство не спадет. Ну блин, я не знаю. Суки. Закинули меня. Хер знает куда. Волшебный щит. Я вообще не хочу умирать-то. Блять, надо было другую. Другое чудо брать. Ну ладно, кто же знал-то. Черт, это все напоминает Demon's Souls очень серьезно. Хотя там, мне кажется, не так было страшно. Хотя были ловушки такие смертельные. Второй чародея. Я уже не знаю, надо было с памперсами все это проходить. Какие-то звуки страшные, стрёмные вообще. В каждой камере маромойства лежат они тут. Заперто. Ох, не нравится мне это все. Ой, блин, не нравится. Так эта тварь их будоражит, интересно. Так, ну так, бомб-то вообще не хватит. Блин, надо было купить штук 100, блин. Ой, мразота. Так, ну молния нормально вроде бы работает против этой херни. Но нам главное вон тот челопут, похоже, да?
А ему надо три удара сваем организовать. Ну давай, каракатица. Бомбы-то и не стоит тратить на эту хрень. Выходит, короче, все по одному. А потом мы забежим и отоварим того петушка. И они хотят выходить, а? Чё, потрачу вообще всю ману и буду тут ходить как этот. Это проклятие страшное, блин. Все понятно, все понятно. Маромоец, блин. Шаг сантиметры. Всего-то, блин, за какой-то душонкой нафиг она мне задалась уже. Души фармятся не здесь. Так, а у меня же есть, блин. Ну, например, кукри есть. Кукри, кукри. Ни хрена себе кукри наносит. Ой, блин. Я не знал, что они такие прикольные. Что это у меня со здоровьем? Не понял. Что за дерьмо? Короче, я все эстусы извел синий. Это тот петух, похоже, вытворяет вот это вот. Какое-то вешает проклятие, блин, которое понижает здоровье напрочь, вообще просто унижает. Да ебать! Я не знаю, я тут умру, блядь. Это дерьмище, блин, какое-то реальное. Все. Сушите вафли, блин. Вот дерьмо-то, блин. И как подойти к этому петуху? Летит какая-то шняга, блин. Там стоит маромой. Но она невидимая, это красная херь, блин. Не знаю.
И что? У меня эстуса уже нет ни хера. На одного петуха, блин. Вот это урод. Заперт. Чё за... Не, ну я не знаю, я одного вот этого марамоя, того я вырубил сразу быстренько, хоп-хоп. Как-то и думал, ну, стоит, дымит. Он дымит-то я манал, блин. Еще один. Один ли? Вместо злого глаза взял кольцо принцессы солнца, поэтому не знаю. Так, но эти в принципе не опасные мудаки. Да уж, только их 15 человек. Давай, давай, чувак. Чё ты идёшь-то как Вася? Идёт как Вася какой-то, я не знаю. Я забываю, что есть щит. Хорошая, в общем-то, вещь. О, фак. Еще один долбоклюй. Да прям он источает какую-то херь просто. Кольцо принцессы и эта штука, блин. Свайп брейхер, как его там назвали здесь. Вообще мейл брейхер называется. Они вот свои. Панзер генерал. Я не знаю. Орал. К ним лучше вообще не приближаться ни на йоту. Побежал, побежал, тварь. Жалко, луком нельзя бэкстаб сделать, чтобы раз так стрела и... Что-то он неладное почуял. Маромоец.
помогает. Хотя сейчас понаоткрываю, умру, а они потом все как полезут, когда я буду идти сюда за душами. Так ведь? Так. А, ёптись. Выходит... так выходит, я тут кругаля просто дал. Я упал вниз. Потом поднялся. И чё? Всё туда идти. Остается вопрос. Так, там один тварь. Не знаю. Будем стрелять, наверное. Хоть эти перестрелять. Каракатицы, это тоже мешает. Не подойти тогда. Спрятался за углом. Кого-то зарезали, свинью какую-то. Ух ты, бля, у него тут друзей-то. Так, ну хорошо, что я его раздамажил там частично. Да, что там за свинья-то? Шесть. Раскаленное жало. Мне страшно, поэтому я буду читать. Раскаленное жало. Копье. Натиск. Клеймо, которым пользуются тюремщики подземелья Ретила. Прижмите его раскаленный наконечник к врагу, чтобы нанести урон огнем и ненадолго приостановить лечение Эстусом. Фак. Это еще как талисман Ллойда. Фак. А где ключ? Непонятная тюряга. Черт, тут тоняться вообще в запечатанных. А вот оно че. Я думал, кто звенит это. Бедная смола. Я думаю, кто мне в уши прям. Верещит, это капец какой-то-то. Ой, блин. What the fuck? Не знаю, может быть он хороший был. Я нарушил, наверное, все прохождение. Теперь концовки не будет никогда. Потому что меня похоронят в этом, в этой тюрьме. Так, вот мы прошли, что ли? Угу. Проход.
Вот. Да уж. Вспоминается Demon's Souls. Я, правда, смотрел его. О. Ключ. Куда подходит этот ключ? Так, туда дальше идти. Ой, как. Маромоец этот. Парни вообще для дальнего боя похожи. Вблизи их. А, он и так уже мне порезал, похоже. Все здоровье. Так, может быть, имеет смысл вернуться и посмотреть закрытые двери? Так, так и сделаю. Так, ключ беглого преступника. Ой, блин, это куда-то. Нет, что-то не то. Его вот так вот. И еще один маромой. О, нет. Когда маромой сильно понижает здоровье, это вообще пипец. И он понижает стамину. Это вообще можно кони двинуть. Строили здесь кошмарный ужас. Что там такое? Опять это какое-то чудо, блин. Может, их не надо убивать? Как не надо-то, блин. Если оно кидается. Пипец, какая-то локация. Жуткая. Ловушка явно. Побежать за ящерицей и умереть? Нет. Лучше так умрем. Бесплатно. Стены выбит. Вообще какой-то перерожденный со страшной силой, блин. Вот что значит играть в красный ковенант, блин. Таким станешь. Вот еще один муфлонг. Он что-то колдует странное. Голубое пламя Анора. Кричит как чмо.
Вроде все симпатично. Сейчас как выйдешь, как тебе отоварят. И тут патчи сейчас раз тебе, блин. Хрязь, пинок. Так, а там видно из окна, вот как раз туда можно спрыгнуть. Ё-моё. Что это за Колизей? Не предвещает ничего, я так понял. За баллисты. Арбалет. И мимика еще, блин. А здесь ты чё у них? От своей махнет и шаки меня залезут. Надо щитом, видимо. Что-то заманивают. Там, наверное, еще кто-то сидит, блин. Более сугубый. Страх и ужас. В дырке прыгать опасно, наверное. Ух ты, ё-моё. Так, наверное, надо сначала вернуться и спрыгнуть из окна. Я так подозреваю. А потом уже с гигантом разбираться. Бойцов колоть устало. Так, а прыгать? Блин, а прыгать не резон. Ну
Чё, слава, прыжок. Кольцо с яростным драконом. Получается, нам надо через гигантуса. Хотя можно как-то еще, наверное, и отсюда спрыгнуть с кольцом кошки, если, например. Но куда это приведет нас прыжок? Сомнительная какая-то перспектива. Ладно, друзья, на этом завершим первое знакомство с подземельем. С вами был Дарк. До новых встреч. Пока-пока.